квест «Чудо природы» и удивительный второй способ прохождения данного квеста. Сегодня Skyrim Special Edition, и я, Сагиров Иван, мой канал Мистер Кэт, друзья. Давайте проходить. Друзья, перед началом хочу порекомендовать свой инстаграм-аккаунт. Ссылочка внизу, и там, кстати, можете посмотреть мое старенькое хобби. Подписывайтесь. Ну что, друзья, вот он Вайтран и огромное засушенное дерево Златолист. Его-то мы будем сегодня оживлять. Этот квест можно взять на самом-самом первом уровне. Ну что, и обращаемся к Данике Свет Весны. Добро пожаловать, дитя. Расскажи мне о вашем храме. Это храм Кинарет. Снаружи ты можешь увидеть Златолист, посаженный еще в первые годы после основания Вайтрана. Дерево можно как-нибудь оживить? Я думала об этом. Такие деревья не умирают. Они могут лишь заснуть. Думаю, если бы нам раздобыть капельку сока материнского дерева, мы разбудили бы его дитя. Где растет это дерево? Если ты хочешь помочь, тебе сперва понадобится что-то, чем можно рассечь кору. Тебе придется сходить к ворожьям. Я слыхала про оружие, которое они сделали, чтобы приносить в жертву сприганов. Оно называется крапивник. Я бы сама пошла за ним, но боюсь ворожей до смерти. Я принесу тебе крапивник. Твой дух силен. Дуновение Кинарет направит тебя на истинный путь. Это оружие хранится в логове ворожей у одинокой скалы. Ну что ж, теперь идем забирать данное оружие. Ну что, ребят, давайте заберем наше оружие. Но будьте осторожны, тут обитают ведьмы. Ой-ой-ой! Познакомься. Это мои когти. Я Каджит. А у меня лапки. А у меня лапки, черт. Она меня... Ой, смотрите-ка. Вау. Какая крутая находка. Ой-ой-ой. Кто это меня там поджаривает? Давай знакомиться. На! Ого-го-го. Какая мамка. Злая. Ворожея. Друзья, очень опасно на расстоянии, но на близкой дистанции вы ее делаете. Приветик. Ого, а ну... Да-да-да, давай, включай лапки. Кстати, у нее тоже лапки такие похлеще, по-моему, моих. Но не сегодня. О да, ребят. О да, вот наше оружие. Это крапивник. Уникальное оружие, которое вы можете взять на первом. На первом, черт подери, уровне. Такое ощущение, что на лезвие как будто нанесен уже яд какой-то. Вы обратите внимание. Древнейшее, древнейшее оружие. Но видно, что она уже так поржавела. Но тем не менее, осталось очень, очень острым. Так, забираем, друзья. Друзья, теперь возвращаем крапивник. Ну, что, тебе удалось добыть крапивник у проклятых ворожей? Он у меня. О, я... Честно сказать, я не надеялась, что ты вернешься. Делать. Святилище Великого Древа находится к востоку отсюда. С помощью крапивника ты сможешь добыть немного древесного сока. Угу. Теперь, друзья, нам нужно добыть древесный сок. Отправляемся в святилище. И вот, друзья, святилище Великого Древа. Я думаю, не нужно вам показывать, где находится. Все равно вы сюда придете по маркеру. Обалдеть, друзья. Сколько сюда не прохожу, это место мне постоянно удивляет. Прекрасное. Одно из прекраснейших мест Скайрима. Черт подери. Ну что, мы сюда пришли, и теперь мы должны пробить себе путь как раз-то с помощью нашего оружия, нашего крапивника. Пробиваемся. Отлично. Между прочим, здесь есть небольшой секрет. Вот этот вот огромный сундук, между прочим, это один из крупнейших сундуков, и для первого уровня здесь по-любому всегда, всегда очень часто что-то зачарованное. И, дорогой, давайте сейчас посмотрим. Да, сопротивление огню на 15.
Для первого уровня, ребят, это очень классно. Ну что ж, теперь просто-напросто активируем. И, друзья, достаем наши лапки. Потому что лапками мы бьем намного сильнее. Потому что на нас сразу с бриганы нападают. И их тут будет 2 или 3. Так что придется подраться. Ну что, друзья, и опять возвращаемся. Ты видела дерево у тебя? У меня. Чудесно. Теперь я верну дереву жизнь. Не знаю даже, как и благодарить тебя за помощь. Теперь она может нас обучать магии восстановления. И этот уникальный кинжал с таким вот мизерным уроном, крапивник, остается у нас. Друзья, я изначально думал, что у нее есть какой-то уникальный талант. Видите, он как будто ядовитый такой вот. Я пробовал наносить на него яд и бил. Думал, больше урон будет, но нет, по сравнению с обычным. Я думал, что будет 2 заряда, ну хоть что-то уникального. Но, увы, нет. Но, друзья, его можно будет улучшить. И мы это сделаем немножечко позже. Вот так вот я всегда проходил Skyrim. Но у этого квеста, точнее этот квест, есть другая развязка, друзья. Сейчас оно еще засохшее, но через парочку дней оно будет. И вот, друзья, вот такое вот огромнейшее прекрасное дерево теперь сияет в Айтране. Я так всегда проходил. Между прочим, тут не через время, тут если вы проходите главный квест, обязательно вы должны пойти на ветреный пик и вернуть камень, и только тогда дерево, как говорится, оживет. Черт, оно прекрасно. И теперь вторая развязка данного квеста, которую я знал вот в последнем своем масштабном прохождении. Представляете, может быть, даже кто-то из вас его не знал, показываю. Вы забрали крапивник, друзья. Пришли в храм. Святилище Великого Древа находится к востоку отсюда. С помощью крапивника ты сможешь добыть немного древесного сока. Теперь не спешите, друзья. Я правильно понял, что ты направляешься в рощу Великого Древа? Чем я могу тебе помочь? Я путник, паломник. Я следую зову Кинарет везде, где он слышен. Я много лет мечтал увидеть Великое Древо. Могу ли я пойти с тобой? Обещаю тебе не мешать. Давай пойдем вместе. Спасибо тебе за доброту. Во всех своих прохождениях я просто пробегал и не замечал его. Именно с ним мы и отправились к нашему древу. Делаем все так же. И когда вы последний корень ударите, подойдите к нему. Я не знал, что ты склонен к жестокости. Зачем ты явился в это благословенное место? Мне нужен сок, чтобы оживить золотолист. Ты осквернишь это чудесное творение Кинарет, чтобы вылечить тот уродливый обрубок в Айтране? Это ужас, варварство. Я не стану в этом участвовать. И как я раньше не догадался, что у тебя за намерение? У тебя есть идея получше? Ну, да, есть одна мысль. Вместо того, чтобы вернуть к жизни дерево в храме, мы подарим им новое. И тут, как говорится, вы можете или идти по стандартному пути, то, что я вам показал, но кликаем, что ты задумал. Пойдем со мной. Думаю, я смогу убедить дерево нам помочь. Да. Ребята. Бабочки летают. Великое древо благословило нас, подарив нам свой побег. Отнеси побег в Айтран. Даника поймет, что истинное благо природы в обновлении, а не в рабском поддержании жизни. Спасибо тебе за помощь. Это я благодарю тебя, друг. В каком-то смысле я тебе завидую. В твоих руках знак великой милости Кинарет. Удачи тебе в странствиях. Пусть ветер Кинарет доносит до тебя лишь самые сладостные ароматы. Хм. И вот он. Вот этот маленький побег великого дерева. Один парень в комментариях мне написал: слушай, а может его можно посадить у себя в огороде возле усадьбы? Я такой: нужно попробовать. Ребята, если есть возможность, попробуйте, потому что я так и не успел. Ну что ж, забираем его. Вот так вот, кстати, оно выглядит. У меня даже есть серия в моем прохождении. Я впервые это увидел. Спустя 4 года. Обалдеть. И возвращаемся в храм.
Великого древа у тебя? У меня побег древа. Но что же будет с моим храмом без людей, которые хотят поклониться Златолисту? Разве такое крохотное деревце сможет привлечь паломников? Море сказал, что возрождение лучше поддержания жизни. Какая... Ах, да, конечно же. Когда слышишь только голоса толпы в храме, трудно бывает услышать ветер Кинарет. Смерть питает новую жизнь. Я уверена, со временем этот побег превратится в новый Златолист, который укроет собой весь город. Спасибо тебе. Чудо природы. И теперь... Благословит тебя Кинарет. Теперь через время, ребят, через время место. Место огромнейшего. Огромнейшего этого дерева появится вот такое маленькое уникальное дерево. Как же круто! Я узнал после 4 лет прохождения Skyrim в своем стандартном прохождении, последнем масштабном. Черт, у меня, между прочим, там еще был баг, это дерево маленькое выросло в большом дереве. Если что, пишите, есть там решение этого бага. Но, друзья, как это здорово и уникально. Классно, что есть вторая развязка данного квеста. Вообще мне хочется, чтобы в The Elder Scrolls 6 появились двойные, тройные, четверные квесты. Вы представляете? Это повод просто перепроходить игру просто десятки раз. Кстати, у меня в сообществе есть опрос. Зайдите, пожалуйста, и проголосуйте. Там очень важно для будущего контента этого канала. Ну что ж, и улучшить, кстати, оружие, крапивник, вы можете улучшить эбонитовым слитком, и вам вообще не нужен никакой навык по кузнечному делу. И урон у вас будет 8, и это, между прочим, для первого уровня, на фоне мой сынок, для первого уровня очень-очень неплохо, потому что это базовый урон эльфийского кинжала. Ребята, достойно. Очень достойно. Ну что, на этом я буду заканчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте, друзья. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Счастья вам и добра. Пока.